Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 апреля. Я на днях сказала, что буду скоро высаживать вторую теплицу. Многие хотят точную дату узнать. Сегодня расскажу сейчас, как я высчитала. Буду высаживать 13 апреля. Сейчас точно расскажу, как высчитывала опять по прогнозу погоды. Также я этим способом много лет пользуюсь. Я уже говорила, что синоптики иногда ошибаются в показателях температурных там на 2-3 градуса, иногда даже на 4. Но вот эти периоды похолодания и потепления, вот эти теплые окна, они угадывают безошибочно. Потому что эти циклоны, которые несутся, их не заметить, наверное, нельзя. Все равно со спутника все это видно. И я ориентируюсь именно по этим вот периодам, теплым, холодным. У нас прошел теплый период, сейчас идет холодный. Он закончится дня через 3, и я начну здесь высадку. Сегодня было по плану у меня тоже здесь помыть теплицу, но из-за холодной погоды не приду я сегодня сюда, не к спеху. Сейчас поставлю термометр, чтобы узнать, какая здесь температура грунта. Ради интереса воткнула на улице, вот на ночь. На улице у нас было 5, уже он поднялся, потому что я его вытащила, и тепло на улице. Ну как, теплее, чем, наверное, в грунте. Сейчас воткну сюда, завтра приду, посмотрю температуру грунта, но буду ждать, когда она будет 10 градусов. Надеюсь все-таки, что здесь через 3 дня солнце, когда выглянет, тогда здесь согреется. О, что-то интересное увидела. Подождите-ка. Этого же не было. Ну, этого еще мне только не хватало. У меня поселились осы в старой теплице. Кошмар. Они поди приедут, прилетят летом. Я говорила, видите, теплица старая. Вот этот вот. Все уже у меня тут облупилось. Единственное ее преимущество, это то, что она не из профиля алюминиевого, а из трубы. Из-за этого она стоит много-много лет, не обрушивается. И я ее буду использовать, наверное, еще долго. Сейчас пойду прогноз погоды открою и расскажу вам все подробно. Кс-кс-кс-кс. Надюшка ходит за мной по пятам. Уже на последнем дне беременности. И все равно хочет работать в огороде. Когда я высчитывала дату высадки в теплицу с подогревом грунта, я точно так же смотрела погоду, говорила вам, что вот у нас был теплый период, это томаты были на адаптации, потом синоптики прогнозировали сильно крутой минус, я уносила домой, и потом наступало, когда следующий период тепла, я их начала высаживать. Но тут большая разница. Тут я начала высаживать, когда на улице был 0 и минус 1, потому что я перед этим прогрела грунт. В теплице без подогрева грунта при таких температурах я не могу высаживать. Мне нужно искать период, когда ночные будут плюсы. Но тут мне легче будет. Тут не нужно выносить на закаливание. Тут же я их вытаскивала, они у меня хранились в теплице. Потом во время холода я опять их затаскивала. Эту рассаду мне закаливать не нужно будет. Вы видели, что она уже стоит в теплице, ну, наверное, больше недели. Она уже адаптирована к таким условиям, то есть к жаре днем и к холоду, к прохладной температуре вечером. Так что я как только сейчас найду теплое окно, я сразу ее буду высаживать. Вот я снова в поисковике набираю прогноз погоды город Бийск. Я всегда смотрю в Яндексе, хоть и говорят, что Яндекс не очень точен, но я еще раз повторю, что мне не обязательно очень точно, до 1-2 градусов. Мне главное, чтобы посмотреть вот эти периоды, теплые, холодные. Буду искать теплое окно. Заранее скажу, что я уже наметила на 13 апреля. Вот смотрите, вот сегодня у нас днем плюс 7, ночью плюс 3. Погода хорошая, вроде бы теплая, но так как пасмурно идет дождь, там грунт будет холодный. Тем более, я смотрю, что на следующие 3 дня у нас вообще ужас ужасный. Ночью плюс 1, потом минус 2, потом 0, и пошло на потепление. Вот только в воскресенье у нас будет, выглянуло солнышко, будет 13 днем и плюс 3 ночью. Значит, с этого дня можно смотреть дальнейшую температуру. И смотрите, тут пошло
Так. Плюс 7 ночью. Прекрасно. Плюс 6 ночью. Плюс 4. Плюс 5. Плюс 4. Вот эта ночная температура позволяет высадить мне томаты в теплицу без подогрева грунта. И днем будет 13, 14, 14, 16, 10. Вот эти показатели, которые для томатов идеальные. Если у нас днем 14 градусов, даже при пасмурной температуре, все равно все в теплице нагревается, прогревается грунт. Но я, конечно, еще послежу за температурой грунта. Но я уже, как сказать, моя интуиция, я уже чувствую, что если я 13 апреля высажу, то все будет нормально. Дальше идут температуры плюс 12, плюс 15, плюс 16, 9 ночью. В этом году апрель получился у нас, хоть и немножко с перепадами, то немножко холодных 2-3 дня, то теплых, но нет продолжительных вот таких прохладных периодов. И поэтому это очень хорошо, знаете почему? Потому что вот земля и теплица, когда прогревается, то за те 2 дня, вот я сейчас смотрела, когда будет минус 2 и 0, например, она не успевает вся остыть. В прошлом году у нас 8 дней подряд снегом завалило, и было минус то ли минус 6, то ли минус 7. Вот в этот период стоит волноваться. А когда 0, минус 2, а потом опять идут плюсовые, это не страшно. Я поставлю дуги, я накрою не тканкой, я накрою полиэтиленовой пленкой для сохранения тепла, сделаю там тоннель такой же под вид такого, как я делаю на улице. И вот ориентировочно 13-14 числа я буду высаживать томаты в полухолодную теплицу, то есть у которой грунт не греется ничем и не может греться, там ничего не установлено. Но есть инфракрасные обогреватели, которые, ну, на случай форс-мажора в такой период, если будет холодно, я могу включить. Все, дату высчитали 13-14 апреля, понедельник, вторник. Ясно, что я за один день не высажу. Опять же, я буду сначала центральные высаживать, которые попадают под обогрев инфракрасных обогревателей. Когда я их включаю, она же центр сначала прогреваться будет. Потом, это же все делается не очень. Вот я эту теплицу дней 5 высаживала. Потом я буду следующие ряды, и там как раз дойдем до солнечных дней. Когда я последние высажу, будет солнце, будет хороший плюс ночью. И я думаю, они там хорошо приживутся. Все, до свидания.